Молитва — это крик души, чем искренней, тем тише. И так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, и пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Молитва, молитва, это Божий дар. Через нее, через нее, и старым ведут беседу с Богом. Она глоток живой воды, залог успешной битвы. Она защита от беды, постигшим суть молитвы. Молитва, это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее, и старым, ведут беседу с Богом. Но жаль, молитва не для всех, убежищей от бедствий. Творящий постоянно грех теряет это средство. Как пустый цвет неверных чувств, она тогда бесплодна. Лукавство лезет из грешных уст, пред Богом не угодно. Беседу с Богом.